Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Мода ориентируется на классику и оригинальность. Каждая женщина находит свой собственный стиль и свой собственный вкус. Дизайнеры приготовили в этом сезоне модные новинки в стиле бохо, casual и классика. Особое внимание нужно обратить на яркие расцветки, интересные формы, но при этом достаточно строгие и консервативные силуэты. Не остаются без внимания и полные женщины. Среди основных актуальных трендов я хочу выделять дорогие натуральные материалы и фактуры, элегантные расцветки, модные принты, стиль оверсайз и умеренные вырезы. Платья и юбки должны стать основой гардероба зрелой дамы. Такой женственный наряд с легкостью подчеркнет благородный и роскошный образ. Чтобы составить более элегантный образ, следует правильно подойти к выбору обуви. Пышнотелым барышням при выборе наряда следует уделить особое внимание материалу, из которого изготовлено изделие. Идеально, если платье будет пошито из более плотных тканей, такие как трикотаж или деним. Модные тенденции предлагают женщинам большое разнообразие модных фасонов брюк и джинсов. Поэтому женщины носят этот предмет гардероба не только на работу, но и на каждый день. И выглядят при этом очень стильно и привлекательно. Дамам зрелого возраста следует в первую очередь присмотреться к брюкам и джинсам с завышенной посадкой. Такая модель визуально молодит, делает фигуру более пропорциональной, а ноги длиннее. Модная одежда для женщин – это прежде всего светлые пастельные цвета, а также более яркие и насыщенные расцветки. Я рекомендую обратить больше свое внимание на бежевый, кирпичный, бордовый, мятный, голубой, персиковый и нежно-розовый. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!